вслед за 7 января начинается период, который мы именуем святками. Как ранее уже сказал, раньше этот праздник был единым, это был праздником Богоявления. Но когда эти два праздника, Рождество и Богоявление, разделились, богослужебные традиции, сам весь этот период между 6, 7 вернее, января и 19 января, между Рождеством и Крещением, является периодом, именуемым святочным. Святочный называется потому, что несет свет и является святым. Святочный период – это 20 дней между Рождеством Христовым и Богоявлением, Крещением Господним. Если эти праздники были когда-то одним, то в будущем они разделились. Но даже разделившись, они остались единым зимним, нашим зимним торжеством, которое является одним как бы большим праздником, длящимся целые 20 дней. Народ особо гуляет в эти дни, особо празднует, особо радуется, поет соответствующие рождественские святочные песнопения, ходит друг к другу в гости, дарят друг другу радость. Ведь суть праздника не в том, чтобы, попостившись, дождаться и, наконец, добраться до стола и всего прочего нашего житейского, но в том, чтобы, восславив Господа, порадовавшись Его Рождестве, этот праздник помочь передать и другим. В святке, конечно, многие занимаются самыми различными вещами, которые являются и традицией, которые являются в чем-то даже наследием, да, уже народным. Но надо прекрасно понимать, что эти дни следует помнить о том, что праздник нужно хранить не только в своей душе, но и передавать его другим людям. Посетить больных, посетить своих родственников, порадоваться вместе с тем, кому эта радость менее доступна, чем нам. Помочь тем, кто этого еще не понимает, поздравить тех, которые еще только к этому подходят. Поэтому святки действительно должны освещаться нашими делами, а не просто праздным столом или какими-то прочими, не дай бог, гаданиями. Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Нас спрашивают, почему крест обычные люди носят под одеждой, а священники поверх одежды? Есть ли разница, какой носить крест, золотой, серебряный или деревянный, на цепочке или на веревочке, гайтане? Допустимо ли украшать нательный крест драгоценными камнями? Есть ли на кресте нет изображения распятия? Считается ли он христианским? Итак, почему крест носят обычные люди под одеждой, а священники носят поверх одежды? Надо понимать, что такое крест. Крест – это символ нашего спасения. Более того, крест – это орудие нашего спасения и орудие нашей борьбы с грехом. Мы носим этот крест не для того, чтобы являть его людям и показывать, что мы есть христиане. Ведь мы не встречаемся с людьми и не говорим «Здравствуйте, я христианин». Мы здороваемся, как обычные люди, при этом сохраняя свою веру внутри самого себя. Ведь наша вера – это не какое-то внешнее явление, это не результат ношения атрибутики или каких-то специальных одежд. Вера – это наш внутренний мир, это наше внутреннее настроение. Так и крест, который нательный, так и называется, носится на теле, потому что является символом и знаком для самого, и напоминанием для самого христианина, что есть его орудие, кто он есть по своему призванию, призванию не внешнему, но сердечному. Поэтому и крест, как самое дорогое, носится ближе, чем рубашка и всякая другая одежда, то есть непосредственно на самой груди, на персях. Священники же носят крест как некое отличие. Вообще это историческое явление, которое историческое событие. Священники носят крест поверх одежды, потому что это является внешним отличием священника от диакона. Изначально никогда крест не носился священниками поверх одежды. Более того, кроме Русской Православной Церкви, в других церквях, например, той же греческой, священниками не принято носить крест поверх одежды. Это исключительно наша российская традиция. Родилась она еще в 17 веке. Понадобилось отличить священника от диакона.
Так и появился крест, носимый на персех, то есть на груди и поверх, чтобы человек, подходящий под благословение, не мог перепутать диакона, который не имеет права давать благословение Божие, от священника, который это право имеет. Есть ли разница, какой носить крест, золотой, серебряный, деревянный? Друзья, не имеет значения, из чего сделан крест, из какого он материала сделан, лишь бы он был с человеком. Например, есть такая церковь коптская, у них вообще принято крестное знамение татуировать. Он наносится на тело человека, и крест такой не носится. И нет никакого значения, из чего ваш крестик будет сделан. Сделан ли он из дерева, кому-то это больше нравится. Кто-то может себе позволить золото, а кому-то подобает носить серебро. Есть медные крестики, которые ничем не хуже и не лучше обычных крестов. Спрашивают, должен ли быть изображен Христос, распятый на кресте, в обязательном порядке. Ибо крест – это орудие, но орудие именно соделывается оно тем, что на нем распят Христос. Господь не просто распят на нем, но Он изображается с распростертыми руками, как всеобъемлющий и любящий Отец, приемлющий всех и каждого, кто жаждет этого. Допустимо ли украшать нательный крест драгоценными камнями? Друзья, допустимо украшать нашу жизнь добрыми делами, хорошими поступками, приятным отношением к людям, должным отношением к православным христианам и всем другим людям. Украшать нужно свою жизнь добрыми делами, а не какие-то вещи драгоценными камнями или еще какими-то украшениями. Тем более, если крест носится под одеждою, никакого смысла в том, чтобы он был украшен, нет. Более того, это может создать какие-то неудобства. Крест должен быть максимально простым и приятным как душе, так и телу. Помоги во всем, Господи, всем ангелу-хранителю и Божьей помощи. Святки – это святые дни. То есть мы празднуем Рождество Христово. И радость о пришествии в мир Иисуса Христа наполняет сердце, и мы не можем об этом молчать. И действительно, если мы посмотрим на какие-то значимые события в нашей жизни, они имеют определенную жизнь по времени. Новость живет какое-то время. Она будет жить ровно столько, насколько будут ее освещать в средствах массовой информации. И если эта новость имеет такой серьезный резонанс, то о ней и больше говорят. Когда мы говорим о пришествии в мир Иисуса Христа, называем Его Спасителем, то, безусловно, это удивительная весть, которая поражает человека. И действительно, это пришествие в мир необходимо, потому что Он Спаситель. Мир погибает в грехах. В мире много страданий, бед, и поэтому, конечно же, люди хотят избавиться от всех этих несчастий. И Господь наш, Иисус Христос, приходит с неба на землю, чтобы подарить миру, людям вот это самое спасение, которое заключается прежде всего в счастливой, доброй и, конечно же, святой жизни. И поэтому человечество осознает приход в мир Бога как великое и значимое, и поэтому об этом молчать не может. И в традиции, вот эти святые дни нашей православной традиции, эти дни называются еще святыми вечерами, потому что вечером люди освобождаются от своих обязанностей, они приходят отдыхать и говорят о том, что близко их сердцу. И естественно, когда они услышали, что Христос пришел в этот мир, естественно, они будут об этом говорить. Это понятно любому человеку, это понятно верующему сердцу. И поэтому вот эта весть от сердца к сердцу передается верующими христианами не как какое-то теперь что-то новое, доселе неизведанное. Мы же каждый год празднуем Рождество Христово. А вот именно как теплая радость, которая согревает сердце человека. Это очень добрая и святая энергия. То есть слово, оно несет в себе энергию. И вот весть о том, что случилось доброе, хорошее, оно человека воодушевляет. И оно дает ему энергию жизни. Поэтому добрые новости — это жизнь. Худые новости — это печаль и смерть. Говоря о святых днях,
Это дни радости, это дни веселья, это дни доброй вести о том, что Христос пришел на землю. Конечно, когда мы говорим о святых днях, мы как бы в границе определяем этих дней. Начало — Рождество Христово, и конец — это Крещение Господне. И, конечно, нужно вот эти два праздника как-то сопоставить. Крещение дает людям святую воду, дает людям чистоту, покаяние и омовение, оживление. А все это благодатное действие возможно только лишь потому, что в мир пришел Христос. Если бы Он не пришел, то и не было бы крещения. Поэтому это как бы вот одно непрерывное такое продолжающее событие, которое мы проживаем во времени. Но Святая Церковь в эти дни благословляет полностью отменить пост. В эти дни службы бывают радостные, добрые. В эти дни люди ходят друг к другу в гости, празднуют. То есть во всем этом мы видим проповедь Евангелия, ведь Евангелие — это благая весть, своей жизнью. И верующие христиане, конечно же, главной темой этих дней должны ставить именно самого Господа Иисуса Христа, который пришел в этот мир. Те народные традиции, которые вот часто бывают в гаданиях, в каких-то там языческих гуляниях, все это не православные традиции. Они скорее запутывают и мешают христианам разобрать, где истина, а где ложь. Выходные есть, встречи для доброго времяпрепровождения есть, но это не значит, что их нужно проводить вот так, как это зачастую бывает в языческой традиции, бесчинно и без памяти об Иисусе Христе. Конечно, если пришел этот праздник, то мы непременно должны его ассоциировать с именем Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, братья и сестры, в иконографии Русской Православной Церкви встречается великое множество икон Божией Матери. Россия считается четвертым уделом Богородицы, и, наверное, как и в другой стране мира христианской, Матери Божией наиболее почитается, и насчитывается свыше 400 чудотворных икон Богородицы. Так уж сложилось, что та икона, которая была со временем обретена в Казани, она называется Казанской иконой. Некоторые иконы были написаны при жизни Богородицы апостолом Лукой в Иерусалиме, и по промыслу Божию впоследствии оказались на русской земле. Какая-то икона осталась в Смоленске, ее стали называть Смоленская Деитрия, какая-то попала в Тихвин. Но нужно понимать, что икон Матери Божией много, но сама Богородица была одна единственная. И мы с вами, молясь перед тем или иным образом Богородицы, будь то Казанская, Смоленская, Тихвинская, Владимирская икона Божией Матери, мы молимся Богородице, потому что икона — это только священное изображение. И в старые времена иконы назывались «богословие в красках». Когда до революции было много необразованных людей, не все могли читать и писать, не все заканчивали дворянские школы, были и безграмотные люди. Такое нельзя отрицать. И вот, допустим, безграмотный крестьянин, приходя в храм Божий, смотря на священные сюжеты, изображенные на фресках, на иконах, на стенах храма, он через эти изображения изучал Священное Писание. Поэтому иконографию называли «богословие в красках». Когда мы с вами молимся на икону, то мы молимся не доске, а тому, кто на ней изображен. И первые священные изображения появились в Ветхом Завете, когда Господь Бог дал указание через пророка Моисея изготовить первую церковь, скинию.
и стены переносной скинии по указанию Бога были вышиты золотыми нитками, изображением святых ангелов, херувимов. А на крышке Ковчега Завета также вылиты из золота были два золотых херувима, то есть два ангельских чина. И вот это были первые священные изображения, которые встречаются в Ветхозаветной церкви, а потом они перешли и в Новозаветную церковь. Задают вопрос – можно ли молиться без икон? Конечно, можно. Но ведь человек так устроен, что легче молиться тогда, когда ты видишь тот лик, то изображение того или иного святого угодника Божия, к которому ты обращаешься. И вот в традициях нашей церкви наши стены храмов и дома верующих людей украшать иконами. И, наверное, нет такого дома верующего человека, где бы не было хотя бы маленькой иконы Богородицы, потому что Матерь Божья, она считается усердной заступницей всего христианского рода. Мы ее почитаем как свою родную Матерь, потому что когда-то при кресте, на котором был распят наш Спаситель, мы были усыновлены Богородицей, когда Христос, вися на кресте и страдая от нестерпимых болей, чувствуя приближение своей телесной кончины, сказал Иоанну, своему любимому ученику, «Се мать твоя», а обращаясь к Матери Божией, сказал, «Се сын твой». То есть Спаситель наш, Господь Иисус Христос, вися на кресте, как бы вручил на попечение своему любимому ученику Иоанну Богослову свою Пречистую Матерь. А Матери Божия как бы усыновила Иоанна Богослова. И таким образом мы тоже вправе считать себя чадами Пресвятой Богородицы, потому что, почитая ее Божественного Сына, мы почитаем ее ту, которая дала плоть Божественному Сыну, ту, которая явилась тем Богоизбранным сосудом, через который невместимый в Бог пришел на эту землю. Это тайна за семью печатями, как невместимый Бог мог вместиться в чрево Девы Марии. Мы это понять умом логически просто не можем, но ведь для Бога нет ничего невозможного. И вот невместимый Бог вместился в утробу Богородицы, Пресвятой Девы Марии, и Дева Мария дала плоть Божественному Сыну. Сын Божий стал во всем похожим на нас, кроме греха. Поэтому воплотившегося Иисуса Христа, Сына Божия, мы еще и называем и Сыном Человеческим. По духу Он был Бог, рожденный от Бога Отца прежде творения мира, а по плоти Он был человек, рожденный от Девы Марии. И вот мы, почитая Матерь Божию, как тот богоизбранный сосуд, через который Сын Божий воплотился в человеческое естество и обожил человеческую природу. Через это обожение мы с вами также являемся наследником жизни вечной, ибо Христос пришел на эту землю для того, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И без Богородицы это было просто бы невозможно. Поэтому мы и почитаем усердно икону Матери Божией, как свою матушку. Мы называем ее ласково Матушка Богородица, Царица Небесная, Пресвятая Дева Мария. И таким образом мы отдаем ей уважение, потому что через нее Сын Божий пришел на эту землю ради нашего с вами спасения. А икон Матери Божией действительно великое множество. Но нужно понимать, что как бы икона ни называлась, Матерь Божья одна. Если нет у тебя под рукой, допустим, иконы «Неупиваемая чаша», то в исцелении от недуга пьянства, наркомании можно молиться и перед Казанской иконой, и перед Владимирской, и перед Тихвинской, потому что Матерь Божья одна, она обязательно услышит все наши скорби, все наши печали, потому что она сама когда-то испытывала печаль и скорбь, стоя при кресте своего сына, видя его страдания, видя его крестную смерть. Поэтому мы питаем глубокую надежду, что предстательством Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы, Господь и нас помилует, потому что мы с вами знаем, что первое чудо, которое Христос совершил на этой земле, было на брачном пиру в Кане Галилейской, когда в разгар брачного пира закончилось вино, и по просьбе своей матери Христос сотворил чудо, притворив воду в прекрасное вино. Так что архитриклин, по-нашему тамада, распорядитель брачного пира, был немало удивлен, откуда в доме бедного жениха такое дорогостоящее вино. И из этого мы делаем вывод, что Христос, будучи и Сыном Божьим, и одновременно Сыном Человеческим, почитает свою Матерь. А ведь закон Божественный учит что? Почитает своих родителей. Одна из заповедей Божьих так гласит: «Почитай отца и мать свою».
И за это Господь тебе обещает долголетие на земле. И вот Сын Божий сам же и исполнил эту божественную заповедь почитания родителей. Он слышит голос Матери Божией, внемляет ее просьбам и исполняет их по ее настоятельному прошению, потому что Сын почитает свою Мать, Сын Божий почитает Матерь Божью. Вот так и мы с вами обращаемся к Матери Божией в надежде, что Матерь Божия умолит своего Божественного Сына и о нас грешных, и нам поможет в наших нуждах, болезнях, печалях и скорбях, лишь бы наши молитвы к Богородице были искренние, от души, от сердца. И вот такая сердечная молитва, искренняя молитва, исполненная любви и упования на милосердие Божие, на милосердие Царицы Небесной, обязательно даст свои обильные плоды. Многие задают вопрос, нужно ли освящать жилище. Здесь, опять же, нужно очень четко понять, что такое само по себе освящение. Да, вот само по себе слово «освящение», применительное вот к освящению жилища, немножко слово неправильно. Чин называется «чин благословения на жительство». То есть семья, люди вселяются в дом, в какой-то новый для них, допустим, или в котором они живут, но еще не освящали его, и просят у Бога благословить их пребывание в этом жилище. Но что такое благословить? То есть человек создан для радости. И чтобы радость в семье была, нужны несколько вещей. И вот эти вещи как раз и просятся в чине благословения жилища. То есть первоначальные вещи — это, если на русский переводить современный язык, это безопасность и пропитание, чтобы были у человека. Потому что тоже без безопасности, без пропитания счастье очень сложно в семье найти. Но вот самая главная вещь, которая просится как раз в этом чине, это мир в сердце домочадцев и мир среди домочадцев. Потому что как бы ни был состоятельный человек, какая бы ни была у него квартира или дом большой, если нет мира в семье, нет мира в сердце, радости нет. И, соответственно, получается и жизнь в этом доме, ну, она проходит практически зазря, да, какой бы ни был хороший дом. Поэтому вот основной смысл, основной посыл, если можно так назвать, освящение этого жилища, да, это как раз просьба о том, чтобы и был мир в моем сердце, и мир среди домочадцев, и тогда уже все остальное приложится в этой жизни, я буду жить радостно в этом доме и, соответственно, счастлив. Эта зима в Симбирске не балует снегом. Однако в рождественскую ночь особая атмосфера присутствует неизменно. Праздник явления в мир Господа нашего Иисуса Христа объединяет в храмах за общей молитвой миллионы людей по всему миру. У Спасо-Вознесенского собора города Ульяновска в эту ночь особенно людно. Прежде чем войти в храм, каждый, не только ребятишки, с благоговением и детским восторгом подходят к рождественскому вертепу. Звезда. Праздничное всеночное бдение с литией в главном соборе Ульяновска возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. Яко ты, Геси, благословляя и освящая всяческое Христе Боже наш. Во время богослужения вспоминается евангельская история явления миру Спасителя. Родившись, Он принес благую весть о Царстве Небесном для спасения человеческого рода. Именно с момента рождения Господа нашего Иисуса Христа начался отсчет новой эры, нового летоисчисления. Ожидание Спасителя, пришествие в мир младенца Христа, радость ожидания, подготовка, в первую очередь сердце, потому что как волхвы несли свои дары, так и мы готовимся принести свои дары младенцу Христу. Только наши дары – это наше доброе сердце, наши добрые дела. Все пришедшие на всеночное бдение в Спасо-Вознесенский кафедральный собор благоговейно поклонились образу Рождества Христова и подошли под помазание освященным елеем к архипастырю. Уже через несколько часов, ровно в полночь, митрополит Иосиф в сослужении соборного клира совершил в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе праздничную литургию. За богослужение вместе с духовенством и мирянами молился и губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Заверяю вас,
от имени губернских властей, от имени муниципальных властей, о том, что мы будем все делать для того, чтобы наша вера, наша Русская Православная Церковь процветали, а мы все, несомненно, становились добропорядочными, чистыми, честными. Многие из пришедших в эту великую ночь, чтобы соборно разделить радость о родившемся Спасителе, причастились святых христовых тайн. В завершении праздничного богослужения было зачитано рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Затем к своей пастве обратился митрополит Иосиф, напомнив о событиях той чудесной и таинственной ночи Рождества Христова. Господь приходит в образе младенца, чтобы нам даровать силы, победить дьявола, победить грех, победить зло, творить дела милосердия, дела добра. Господь приходит на землю, чтобы восполнить оскудевшее человеческое естество и наполнить его силой необыкновенной. За Рождеством следуют особо радостные святочные дни, которые продолжатся до праздника Крещения Господня. И все эти дни мы будем радоваться и вновь вспоминать те исторические события более чем 2000-летней давности, благочестиво сохраняя многовековые традиции. Мне повезло родиться в воцерковленной семье. Мы заранее продумываем, как мы будем отмечать этот праздник. Мы украшаем дом несколько дней, готовим праздничный стол, ходим на службу, потом вместе разговляемся после поста. И это такое незабываемое, непередаваемое ощущение, оно живет в сердце и наполняет наши души радостью. Наталья Шуплицова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.